Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Регистрационно-экзаменационный отдел госавтоинспекции в Кирове сейчас принимает посетителей только по предварительной записи через портал госуслуг. Если гражданин не смог поставить транспортное средство на учет в отведенный для этого срок, 10 дней, то штраф на него налагаться не будет, информирует управление ГИБДД. Что касается выдачи разрешений на внесение изменений в конструкцию автомобиля, например, это установка газобаллонного оборудования, то тут порядок остается прежним. Сначала заявка в электронном виде, затем ее рассмотрение с установленной периодичностью. Трасса 101. Что делать, если в апреле заканчивается срок действия полиса ОСАГО, а для приобретения нового нужен свежий техосмотр? Центробанк разрешил страховщикам оформлять автогражданку без предъявления автовладельцами диагностических карт. Однако подчеркивается, что мера эта временная. Предоставить карту в страховую компанию надо будет в течение месяца после отмены режима самоизоляции. Трасса 101. В российских городах упал спрос на бензин. Оно и понятно, машин на улицах стало заметно меньше. Отсюда закономерен вопрос, подешевеет ли топливо, ведь это один из законов экономики – меньше спрос, ниже цена. Однако внятного пояснения пока никто не дает. Продавцы топлива ждут, что их каким-то образом поддержит правительство. Иначе, говорят они, небольшие АЗС вынуждены будут закрыться. А вот о снижении стоимости – ни слова. Трасса 101. С наступлением апреля Toyota подняла цены практически на весь модельный ряд, представленный у российских дилеров. Существеннее всего на 110 тысяч рублей подорожал Land Cruiser 200. Начальная цена внедорожника вплотную приблизилась к 5 миллионам рублей. RAV4 стоит теперь минимум 1 миллион 805 тысяч, Corolla 1 миллион 243 тысячи, Camry 1 миллион 654 тысячи рублей. Трасса 101. Вы не по своей вине попали в автоаварию и хотите получить от страховой компании не натуральное возмещение, то есть направление на ремонт, а деньги. Как это сделать, пояснит руководитель Кировского регионального экспертно-оценочного центра Юрий Чопоров. В данном случае страховая компания выплачивает вам определенную сумму, которая рассчитана по единой методике. Единая методика в данном случае подразумевает стоимость использования запчастей по стоимости из сайта РСА, Российского союза автостраховщиков. И, как правило, этой суммы не хватает на устранение тех повреждений, которые были при ДТП. В данном случае со страховой компанией вы вряд ли что-то сможете взыскать. Вы можете эту сумму взыскать с виновника непосредственно, разницу между реальным ущербом и той суммой, которая оплатила вам страховая. За разъяснениями можете обратиться к нам в Кировский региональный экспертно-оценочный центр, Орловская, 52. Телефон 64-50-04. Также есть данные все на сайте kirovots.ru. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.